Нет. Поехали. То есть реально сейчас получается мы катим килограммов 80, наверное. Ой. Ой, фу, нет. Поехали. Электромотор чем хорош? Ручку повернул, уже поплыл. Соответственно, можно и среди камышей ходить аккуратно, тихо подходить и потроллить. Вот это третья скорость, всего ничего. Вот я даже пятую включу. Максимальная скорость, наша скорость сейчас 5-6 километров в час. О, весело пошли, сейчас даже развернусь. Если куда-то надо уйти на 5-10 километров, то для этого используется уже бензиновый мотор. Ну что, погода располагает к очередным испытаниям. Собрали маленький катамаранчик 42-й. Заднюю палубу половинку установили, чтобы видеть, что будет происходить на корме. Транец будем испытывать регулируемый автоматический на двигателе Тахацу 9.8.